think that'd be a good one to move anymore. Один танк и один БРДМ, говорит. А все остальные бардаки, все остальные танки были уничтожены, говорит, первые минуты боя сразу. Короче, парняга сейчас озвонился. Они в колонну выстроились. И один, ну, не доехали до этих метров 300, блядь, 700, говорит, до позиции, на. Там один взвод вперед пошел, а эти колонн стоял. И они, короче, метров 300 не до... Они, короче, метров 300 не доехали. Те, нахуй, американский флаг подняли, нахуй, и по ним прям арта начала жестко хуящить. А потом вертушки, говорит, подлетели, нахуй, начали ебашить всех, кого там этот, нахуй, вот и бегали. Вот сейчас парняга звонил, короче, в общей сложности 215-200, нахуй, в общей сложности 215-200, вроде так вот, нахуй. Там, короче, раскатали, нахуй, ебать, просто жестко, блядь, а обозначили себя, нахуй. Наши вообще на что надеялись там, ебать, сейчас, типа, сами съебутся, что ли, блядь, что там, напугаются, нахуй, хуй знает. Короче, такая хуйня. Кого, говорит, вообще нахуй познать не могут там народу дофига. Ну, в общем, вот так вот. Они стоящую колонну, короче, прохуячили просто артой даже. А никто там больше нет. Ну, пехота не выдвигался. Они чисто артой нахуячили там этим. И все, и пиздец. Запах с утра. Брат, смотри, ну там 177 убиты, это только пятая рота. Двойку практически не зацепило. Короче, пятерку всю уничтожили. Их раскатали, блядь, авиацией, вертушками, артиллерией, ну там эти курды на них с американцами подперли. У пацанов просто не было шансов. Пятерка легла почти вся. Вот остатки тяжелых, блядь, сейчас тюльпан придет, блядь, ночью сегодня, блядь, будем тогда встречать уже. Давай, на связи. Викторович, по-моему, и все наши тоже минусовые. Илья, привет. Вот то, что новости показывают, да, там по телевизору, что там, ну, в Сирии там 25 человек там раненых, там, сирийской, там, блядь, армии, там, ну и так далее. Короче, это нахуй разъебали наших. Вот. Короче, в одной роте, нахуй, 200 человек, нахуй, 200-х. Сразу же. В другой 10 человек. И вот про третью не знаю, но там тоже растрепали очень сильно вообще. Вот, короче, три роты пострадало. Вот, били пиндосы. Сначала артой накрыли, нахуй, опять, вот, а потом подняли, нахуй, четыре вертушки и в карусель запустили, короче, из крупнокалиберных пулеметов, нахуй, короче, всех хуячили. У наших, кроме автоматов, нахуй, нет.